смысл, смысл вот, мы живем. Друзья мои, наконец-то мы добрались. Ох, ты моя радость, ну приезжай давай быстрее. Мастерство. Людей на мосту дохера и больше. Что сказала графиня, когда она попала на ночь закрытия Fashion Week в Португалии? Итак, наш вопрос был... Что сказала графиня, когда попала на закрытие Fashion Week в Португалии? Опять блядь. Слушай, мы вчера же вы на митинге видели. Какой-то известный политик. У них выборы, что ли, намечаются? Друзья мои, снова всем привет! Добро пожаловать в Порто! Пойдем пить портвейн. Так, вчера попили, мы поняли, что можем пить только портвейн. Да. Кстати, плоды кактуса опасные, потому что колючки. Такие мелкие-мелкие, знаете, как тонкие рыбные кости. И вот берешь, получается, там дольку, либо же там целый фрукт ешь, и аккуратно надо, что могут остаться и на губах, и на руках. Как стекловато. Мой сегодняшний выключок, лайк, заслуженный. Я прямо Джессика Симпсон молоденькая. Анастасия Засыха, идем. Вчера, конечно, свинья нашла свое болото. Я еле графиню оттащила. Слышишь, а кто тут падал? Не падала, где я падала? Ну, ты не помнишь половину и очень скулила домой. Я бы там вообще еще. На этом правильном питании, что вам сказать, друзья мои? Уже столько не выпьешь. Или это возраст? Приходится выбирать. Угу. Раньше же ели хлеб, каши, шмаши, рис, все вот это. А сейчас одно зернышко. Не, даже зерна не едим, да? Не, ну мы ели хлеб вчера. Да немного мы ели. Оливки. А где ты ела хлеб? Паштет, жрали за обе щеки на правильное питание. А? Где ты хлеб ела? Утром дома. А, так это не хлеб. Что это? Это полезный биопродукт. Ходили вчера, показывали вам франсизинью, где готовят. В итоге сегодня купили в супермаркете. Просто первая половина дня уже прошла. Мы были в легкой некондиции. Мы гуляли по набережной в сторону пляжа, океана. Еще зашли в маркет, купили за 5 евро эту франсизинью. Пришли домой, микроволновки разогрели, она продается отдельно, вот этот бутерброд с мясом, с колбасой, с сосисками охотничьими. Все это, значит, уложено, упаковано, знаете, запаковано в толстый слой сыра. И соус на основе пива и крахмала, по-моему, загустителя какого-то. Вот такое. Вам как? Ну и жога потом. Хорошо, что я взяла миндаль. Ну, бутерброд, 500 грамм, вот прикиньте, 2 толстого хлеба. 6 видов колбасы. Мясо, и это все еще под соусом. И слой сыра размером, наверное, с 2 пальца, вот так вот. Я куплю обязательно, вам сделаю мукбанг, сыр с копченым, с свининым мясом. Меня запретили в рамках правильного питания. Окей. Друзья мои, ну и какой... Влог без обзора недвижимости в регионе. Вот, пожалуйста, 129 квадратов, 460 тысяч евро. Апартаменты, вот 174 тысячи евро. Это вот в том районе, где мы сейчас находимся. Боависта. Вот, пожалуйста, 250 тысяч евро. Я что-то думала, что недвижимость дешевле, конечно. Что-то цены прямо космические. С видом на реку, 88 квадратов, 375 тысяч. Я уже говорила, что в Португалии классная обувь. В Испании не везде, а вот Made in Portugal отличная, недорогая. И вот один из брендов, Seaside, наверное, он так называется. Такие вот классические удобные модели на каждый день. Без каких-либо выгонов, то есть не кутюр, а носибельная обувь. Рекомендую очень. Есть кожа, есть эко-кожа. Что ты нашла?
Такая модель не очень. А, не, ну тебе выше надо. Графиня. Я смотрю, вы настали на каблучок. Как ты сразу преобразилась, да? Нашла решение вопроса. Минус 5 килограмм за 2 недели. Скромненькая со вкусом. И моя любимая сумочка. 20 евро. Я так поняла, часть обуви шьется в Португалии, часть в Китае. Вот так. Беру. Так, друзья мои, мы остановились в районе Боависта. Я уже говорила об этом. И вот рядом с нами известный Меркадо. Что-то типа городской рынок еды. Вот. Внутри кафе. Хотя, наверное, вечером тусовка, живая музыка. Ну, все как везде. Друзья мои, смотрите, стоки воды дождевой сразу засунуты в общую канализацию, а не на дорогу, как у нас. Это же правильно так. Ну, красота, вот идешь, еще не дом, то ой-ой-ой, то шедевр архитектурный с какими-то интересностями. Посмотрите, вон там вот балкончик. Очень много, повторюсь, домов стоят. Ну, не то, что заброшено, они просто в аварийном состоянии, там никто не живет. Наверное, представляют историческую ценность, а денег для реставрации нет. Друзья мои, конечно, суббота, воскресенье, выходные дни для туристических мест, даже вне сезон. Это, да, люди, хотя мы тоже люди. Но опять же, толпы фотку красивую не сделаешь, обгоняем. Графиня, камон. А то сейчас выпьет наш притвин. Пожалуйста, гестхаус бесплатный. Сердинки, это мы все видели. Роналдо в трусиках. Ой, какой. И снова нас преследует какой-то митинг. Слышите шум? Тут бы, конечно, я не хотела жить, но очень шумно. О, я уже боюсь. Перегородили всю улицу. Нахуя? Скажи. Закажу тебе на день рождения. Да я тебя прохлюну. Графиня, я заказала тебе лишь кис. Же ее любишь. Какое? Зеленоглазое такси. Это что такое? А, да. Та-та-та-та-та. Не без надежно. Такая девочка пинап. I have a special guest here, guys. I hope you guys like it. Любительница дешевой славы. Ты посмотри. Так, графиня, нужно срочно выучить песню. Любую другую. Любую другую? Да. Просто очень голосе пойдем. Вот ты бы повернулась на такое пение, если бы была в жюри голоса. Если бы была в жюри голоса, да еще на ПП. Ну, сидела в себе, подтачивала, что-то вообще мне поворачивалось. Когда миндаль заканчивается. Здрасте, повернулись на голос Назара. Нет, я хочу заказать еще бургер. Ну, в общем, вот это вот старый город здесь, вот тут, вот вверх-вниз, справа-влево. Вверх-вниз, справа-влево. Швыть-швыть. Ну, красиво, чего. И вот сейчас мы вниз выходим прямо к мосту. Why? Fuck. Cancer. Как переводится fuck cancer? В жопу рак. Ага. А почему в жопу, а не нахуй? Чем отличается в жопу от нахуй? Знаешь, это тема прямого эфира. Ой,
сегодня, конечно, погода просто сказка. Мы наконец-то дошли до набережной. Балкончик, смотрите, выложен из залежа. А залежа – это плитка португальская. Вообще ее завезли из Марокко. Очень модно было в декоре последние 5 лет. Сейчас постепенно отходит. И вот фасады домиков, выложенные из залежа, говорят о том, что в этом доме жили состоятельные люди. Да. Ну, это если старинный дом. Кататься на фуникулёре. Это... Я боюсь. Ух, людей! О, красотень! Вот вообще, как он сюда подъехал? Кататься на кораблике стоит 3 евро. С 11 утра, пожалуйста. Да, вот, ну сейчас последний корабль. Наш последний корабль. Ого, очередь стоит покататься. Мы сегодня так прогулялись хорошо. А, вот он. Райончик Рибейра. Мама, какая красота. И вот эти домики. И пахнет попкорном, правда? Да хватай. На Графине, ну сколько раз говорила? Ну можно сушить белье дома. Дома влажность высокая будет. Нет, вывесила. Ой, он ее любит, признается, смотри. Ты посмотришь, что творится. Ненавижу дважды. Любу Успенскую. Кабриолет можно? Засосала. Ты посмотри. Графиня, он и предложение делает. Боже, разведутся. Не предложение сделал, спел песню. У нас делает вид, что типа она, ну, удивилась. Что, ну? Тебе сколько раз предлагали замуж? Вот так ни разу. А хотела бы? Так нет. Пивка? Давай. Давай.
дошли мы. Мост выше первого. Ух ты! А он еще и... Не только пешеходный. Все понятно. Водители, наверное, проклинают. У всех и все. Вверху ходит трамвай, метро. А внизу машины ездят. Сейчас коляска. Да, фоточку-то, конечно, не сделаешь. Хотя можно. Ну, вы поняли. Трафик оживленный, не остановишься. На этом тротуарчике еле-еле два человека расходятся. Друзья мои, мы перешли на левый берег. Уже смеркается. Очень живописный закат. Не закат, это уже... Да, это закат? Ну да, закатило. Закатило. Район Рибейра. Исторический центр Порту. Людей дофига и больше. А на левом берегу вроде как большое количество дегустационных залов, портвейн. Ну, может, как пивка дернуть, если портвейн уже не хочется, он же сладкий. Давай посмотрим, давай пойдем. Не, я думаю, портвейн сюда пить надо приезжать вот в январе. Когда холодно, холодно, ну, прохладно. Когда холодно, хочется, да, согреться, вот как-то так набухиваешься, потом тебя ветром освежает, а тут реально скопыт можно упасть. Смотри, какие на шару наливают, то можно всегда упасть. Шара губит наши ряды. Снова наш скрипач на крыше. Грустный мой скрипач. Ты умеешь драда филировать? Не, зачем? Смотри, мастер-шеф. Фу, позорь меня. Он играл эту песню там, помнишь? Репертуар нужно разнообразить. Зачем? Вас нужно разнообразить. Завтра уедете, буду еще перекать. 5 лет. Репертуар нужно разнообразить. Всем привет! Итак, друзья. А вот же портвейн. Он уже закрыт уже все. Пришли пробовать портвейн. Ну ладно. Open. Close. Close, мадам. Закрыто. Ну, по крайней мере, посмотрели. Да, так вот. Благодарю всех за внимание. Увидимся обязательно на канале Неугомонная Монро. Либо же в самых вкусных точках земного шара. Жизнь прекрасна. Ты где? Куда она пошла?